На календаре 21 июля. 21 июля 1871 года на заседании городской думы обсуждали запланированный на конец лета визит в Самару российского императора Александра II. Об этом написала газета «Самарские губернские ведомости». Готовиться к приезду императора решили заранее. Город красили, мыли, белили. Триумфальные ворота предполагалось украсить цветами и снопами пшеницы. А по обеим сторонам дороги, идущей от арки к пароходной пристани, планировалось выставить ложи для публики. В такой же июльский день, но уже 1900 года, самарская газета сообщила о том, что на загородной линии Конки все чаще в вагоны стали запрягать необъезженных лошадей, которые бьются и мечутся в разные стороны. Такие вагоны задерживали движение в город на 15-20 минут, из-за чего многие пассажиры опаздывали на службу, а впечатлительные дамы вообще отказывались ехать в конках, запряженных буйными лошадьми. В 21 день июля в разные годы на свет появились известный американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй, популярная российская актриса Нонна Гришаева, голливудский актер и режиссер Робин Уильямс и другие знаменитости. 21 июля у православных большой праздник – день явления Казанской иконы Божией Матери. А по народному календарю сегодня день Прокопия Жнеца или Зажинки – один из древнейших земледельческих праздников. В это время на Руси начинали сжать рожь, а после работы обычно устраивали праздничный ужин. Жатва подводила итог многодневному крестьянскому труду. Такими событиями вошел в историю 21 день июля. Прекрасного вам настроения и удачи в делах!